Спасибо. Thank you.
Следующая песня называется «Паранойя». Попробуем ее сыграть в акустике. Первый раз сегодня в акустике играем. Притом на чужих инструментах. Thank you.
следующая песня называется «На дне». Это песня про состояния определенные, которые все, я думаю, испытывают определенное время. Нам сказали, что у нас одна песня, и последняя песня называется «Самолет». На акустике, конечно, это будет странно немножко звучать, но постараемся. Thank you.
Спасибо.